грандиозное путешествие. Мега-приключения. Возвращаются. Орел и Решка собрала рюкзак и летит в новое долгожданное путешествие. В новый сезон. Всем привет! Орел и Решка казахи. В путешествие по самым удивительным городам отправится кинодива, продюсер, актриса, казашка Куралай Анарбекова. Я не знаю, кто популярнее, я или «Ворота Индии». Вместе с ней в приключения ворвется блогер, ведущий и просто скромный казах Гани Ажикенов. Самый лучший ведущий. Сказка мужчины, желанный жених и просто красавец. Я солнышко, а вы все мои планетки. Это будет самый головокружительный. Издеваетесь надо мной? Мы так низко летим над океаном. О, это супер! Самый экзотичный. Я не хочу этого. И самый казахский сезон «Орла и Решки». Алиметсве! Казахстан! Менсинсие! Кто из казахов проведет уикенд на $100? Не хочу, подожди. Я уже все. А кто будет жить как миллионер, как всегда, решат... Орел! Решка! Ты опять на каблуках хочешь по метро ездить? А что тебя, что-то смущает? Буэнос! Ола, друзья, это Орел и Решка казахи. И мы в Барселоне! И-ху! Мы же Барселону вместе хотели сказать. Это Орел и Решка казахи. И мы в Барселоне! Подожди, мы же вместе договорились. Давай вместе. Скажу по секрету. В городе, в котором 13 Подожди, лет назад. Подожди, в Барселоне давай скажем вместе. Я здесь секрет рассказывал, лучше тоже послушай. Именно в Барселоне 13 лет назад сняли первое путешествие «Орла и Решки». Барселона, привет! Самого легендарного тревел-шоу на планете! Ну что, перезагрузим Барселону по-казахски? Орел! Решка! Вот это все, каблучки, это все не зря. Ну, ты представляешь, Гани? И вообще, я кому объясняю? Почему ты, Барсел, ты лучше Венецию взял? Да это ты! Пошла я шиковать! Барселона и Орел и Решка – старые друзья. А к друзьям всегда хочется возвращаться. Hello, Barca from Kazakhstan! Узнать, как дела? Достроилась ли Саграда Фамилия? Да и просто поговорить по душам. И провести незабываемый уикенд в любимом городе. Ёлени! На что я подписался? Барселона до краев напичкана интересностями и достопримечательностями. Чтобы увидеть их все, придется разориться на транспорт. Но есть лайфхак. Чтобы сэкономить, лучше купить проездной тикежел. 10 поездок стоит 11.35. Давайте посчитаем. Одна поездка на метро стоит 2 евро 40 центов. Получается 10 поездок 24 евро. Конечно, лучше купить тикежел за 11.35. У проездного T-Casual есть только один недостаток. Он не распространяется на метро и автобусы из аэропорта. Самый лучший способ добраться до города – это электричка. Всего 25 минут, и мой T-Casual на нее распространяется.
В Барселоне можно арендовать почти все самые роскошные авто мира. Но так как Барселона борется за чистоту воздуха, я арендовала самый дорогой в городе электрокар Porsche Taycan. Taycan – это Porsche с электрическим сердцем, которое разгоняет машину до сотни всего за 4 секунды. Под капотом батарея, одного заряда которых хватит, чтобы доехать из Астаны в Караганду, вернуться обратно и еще сгонять к любимой Ажике в Ахколь. Еще, красавица моя! Ну все, поехали! Барселона – огромный мегаполис. Раньше он задыхался от выхлопных газов. Чтобы Барселона дышала полной грудью, власти попросили всех пересесть на электротранспорт. Барселона с каждым днем становится все чище и чище. А почему? А потому что они поддерживают тех людей, которые покупают электрокары. Власти дают 4500 евро владельцам электричек. А если ты еще и утилизируешь своего старого бензинового коня, добавят 2500. Здесь очень удобно пользоваться электрокаром, потому что Барселона почти догнала Нидерланды по количеству зарядных станций. С чистой, солнечно-пальмовой Барселоной туристу лучше всего знакомиться там, куда особенно любил приплывать величайший турист – Христофор Колумб. Почему памятник Христофору Колумбу установлен здесь? Рассказываю. Потому что именно сюда он приплыл снова все в открытии новой земли – Америки. Ну а потом весь такой счастливый, на радостях Колумб залез на колонну высотой с 20-этажку. Окаменел и вот уже 140 лет глазеет на Барселону. Но он не жадный. Сам смотрит и туристам предлагает. Предложение принято, солнышко. Let's go. Чтобы посмотреть Барселону глазами Колумба, нужно заплатить 8 евро. Узенький лифт. Лифт поднимает в корону, на которой стоит Христофор. В короне находится круговая смотровая площадка. Мы едем по трубе этой статуи. Покажи лифт, как он маленький. Кругленький такой, маленький весь. Как жарко. Супер! А нет, не супер. Не супер. Страшно становится. Он шатается. Вам это не видно, но поверьте, эта башня шатается. Ощущение неприятное, будто легкое землетрясение или шторм на корабле. Когда переходишь еще с одной стороны на другую, страшно. Но буквально за минуту к шторму привыкаешь и начинаешь завидовать Колумбу, что он любуется этими видами 24 на 7. Так вот ты какая! Барселона. Морская. Фигуристая. Ухоженная. Без лишних понтов сеньора, которая стала музой для гения. Везет же Колумбу, видит Барселону на 360. Вид супер. Но вот эти железки от короны мешают. И узко здесь. У Казахстана есть мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи. У Италии собор Сан-Марко. А у Испании храм Саграда Фамилия. Это
последнее творение великого каталонского архитектора Антонио Гауди. Одни называют храм святого семейства самой долгой стройкой в истории. Вторые – рукотворным чудом света. Я отношусь ко вторым, и мне, как и миллионам туристов, хочется раскрыть тайны Саграды. Я заказала лучшего гида в Барселоне, который проведет меня без очереди и расскажет, и покажет то, что вы не прочитаете в интернете. Знакомьтесь, лучший гаудивед в Барселоне. 140 лет строится. Это почему так много? Уже 140 лет. А еще сколько вот планируется? Именно по той простой причине, что храм не является государственной собственностью, не принадлежит никакому нашему ни муниципальному, ни, скажем, каталонскому ордену и финансируется исключительно на пожертвования веры. С первых дней Саграду прозвали церковью бедняков. Гауди отказался от жалования и строил храм за свои. И ему помогали верующие. Каждый год в храме святого семейства искупают грехи миллионы прихожан, жертвуя больше 25 миллионов евро. А за все года грешники задонатили почти 4 миллиарда евро. А достроить храм все не могут. Гауди говорил, что его заказчик – Бог, а Бог никуда не спешит. Саграду называют Библией в камне. На фасаде 250 скульптур библейских персонажей. Я слышала, что Гауди, он заворачивал живых людей в гипс и с них как бы лепил вот этот образ, правда? Совершенно верно. В свое время Гауди и его помощник буквально рыскали по территории города, приглашали людей позировать и действительно делали с ним гипсовый слеп. Гауди, как известно, неоднократно посещал госпиталь Святого Креста, делал гипсовые слепки, посмертные маски с тех же детей, которые умирали в этом госпитале. С животных Гауди тоже снимал слепки. Усыплялись хлороформом, и вот то время, пока действовал медикамент, с них старались вот эти слепки, которые потом масштабировались и воплощались в камни. Сергей сказал, что все самое удивительное в Саграде таится внутри. Глазами Колумба Барселону мы посмотрели. Пришла пора посмотреть глазами казаха со 100 долларами в кармане. Кстати, для бюджетного туриста Барса – замечательный город. Так как бесплатно можно посмотреть все достопримечательности, просто гуляя по центру города. Поехали! Можешь через монтаж крутануть мои ноги, как в мультике, чтобы я на месте так буксовал-буксовал и ушел? Не сможешь? Ладно, пойдем. Барса! Hello, Барса from Kazakhstan! Все главные достопримечательности Барселоны можно пройти пешком за 2.5 часа. Следите за ногами. 100 шагов от Колумба, и вы на знаменитом бульваре Ла Рамбла. Знаменит он своими статуями, которые за монетку оживают. Держи карданчик. Туристы фанатеют от живых статуй. Ой, пожалуйста, я стою. Остановиться, тратить деньги невозможно. Живые статуи – это профессиональные актеры, у которых есть диплом. Они здесь работают и платят налоги. Это не какой-то залетный челик. Вот такие дела. Налог стоит 200 евро. Если быть точнее, 189. Живые статуи зарабатывают в разы больше, чем их коллеги в театре. Но пройти кастинг на статую на Ла Рамбле и получить лицензию почти нереально. Пока что это удалось только 27 актерам. Душа у него добрая, сердце доброе, чувствуется. Мы прониклись. Идем дальше. Следующая достопримечательность – творение Гауди – дом Бальё.
на который смотришь и диву даешься, как же смело Гауди забил на все законы архитектуры. Каса Бальо – это дом костей. Смотрите, опоры – это кости, а балконы – это черепа чудовищ. Ну а крыша – это спина дракона, в которого вонзили копье. И при чем тут дракон? Хотя, кто спорит с гением? В общем, творил и вытворял. Этим с Гауди мы похожи. Напомню, мой гид сказал, что все самое удивительное в Саграде таится внутри. Это потрясающе! Это просто восхитительно! Внутри понимаешь, почему Саграду называют храмом наизнанку. Снаружи фасад усыпан скульптурами, а внутри их можно пересчитать на пальцах одной руки. По задумке Гауди, ничто не должно отвлекать человека от разговора с Богом. Здесь кажется, что ты внутри калейдоскопа. Но особенно поражает, что своды храма держат колонны в виде деревьев. Архитектор говорил так: расступятся стены, и вы ощутите себя в лесу, в окружении огромных стволов деревьев, сквозь листву и ветви которых пробивается яркий солнечный свет. Своим главным учителем архитектор всегда считал природу. И Гауди действительно говорил: нет ничего более совершенного, чем то, что создала природа. Одни эмоции. Вот сейчас вы мне рассказали, как будто мы в лесу, да? Да, как того и хотел Гауди. А еще Гауди хотел, чтобы в его творениях не было углов. Вашему вниманию, Каса Мила, дом без углов. Этот волнистый дом архитектор построил на заказ текстильного магната, после чего магнат разорился. Власти постоянно штрафовали богача за нарушение нормативов по высоте и ширине дома. Да и вообще, этот дом никому не нравился. Видите, как бывает? Сначала Гауди закидали тухлыми помидорами за такое строение в центре города, а теперь гордятся и вводят сюда туристов со всего мира. Дом Бальо и дом Мила посмотреть бюджета нет. Но в Барселоне есть еще один дом Гауди, на который бюджет у меня есть. Знакомьтесь, дом Висенс. Наконец-то хоть на что-то денег хватило. Пойдем посмотрим поскорее. Дом Висенс был частной собственностью. Представляете, никто не мог попасть внутрь и увидеть, что натворил Гауди внутри. Все заглядывали в отверстия забора из кованых пальмовых листьев, но ничего не было видно. К нашему счастью, дом выкупили за 35 миллионов евро и устроили в нем музей. И теперь за 18 евро я могу показать вам, что таится за этими дверями. Ну сколько труда было вложено в эту дверь, да? Встречают сразу с обалденской двери, хотя мне это слово запретили говорить. Впечатляет, да? Это гостевая, летняя резиденция бывшего хозяина. Посмотрите на потолок, это же целый сад. Какая сумасшедшая детализация! Каждый лепесток, каждая ягодка, все сделано вручную из папье-маше. Листья прямо обвивают всю комнату. Как будто архитектор хотел не дом построить, а ботанический сад. Ну, прям впечатляет, да? Заходишь и вау! А теперь ловите рейтинг лучших комнат дома Висенс по версии Гания Жикенова. Третье место. Комната для джентльменов. Это курилка. Второе место. Дамская комната. Ну, здесь дизайнерское решение Гауди неоднозначное. По мне так,
В момент, когда он думал, каким будет ванна, он кушал гранат. И очень вкусный гранат, что решил даже стены впечатать в этот цвет граната. Ну, такое интересное решение. И победитель – детская. А это комната дочери владельца. Гауди представил, когда она будет спать, чтобы на потолке у нее была капуста. Вдохновился капустой. Хотя, кто спорит с гением? В перерывах между съемками я сижу в ReLife. Это соцсеть с лайфхаками, гайдами и услугами, которые необходимы в путешествии. В ReLife даже есть калькулятор возможных трат. Представляете, ReLife знает, что почем в каждой стране мира и может посчитать, на что хватит вашего бюджета. Например, $100 в Испании мне хватит на 5 обедов в недорогих ресторанах или на 36 поездок на общественном транспорте. Я тут мучаюсь, пытаюсь посчитать свои затраты в Барсе, а ReLife уже все посчитал за меня. ReLife, мир в твоих руках. Настя, в Венеции меня приютила наша землячка. И с тех пор, как в Орле и Решке это показали, у нас с Гани разрываются соцсети от сообщений от наших земляков со всех уголков земли. Как только в Казахстане узнали, что «Орел и Решка» казахи начали съемки, к нам обратились родители одной девушки из Барселоны и попросили передать ей подарок. Ну, конечно же, мы не могли отказать своим родным землякам. Иду передать подарок. Кажется, мне сюда. Родители Гульжан сказали искать свою дочь в спортзале. Последнее, чего я ждала, что окажусь в тренировочном зале, где кздары отрабатывают друг на друге приемы джиу-джитсу. Я, конечно, далека от такого спорта, но когда девушки так, вот так дерутся, для меня непривычно. Гульжан? Гульжан, здравствуйте. Я вот прямая доставка из Казахстана. Меня зовут Куралай. Да, очень приятно, да. А вот ваши родители передали вам посылку. Вот. Вау. Я решила вот приехать и передать лично. Спасибо большое. Слушайте, я вот зашла, смотрю, это было мощно. Видно, что не первый год занимаетесь. Вы двукратная чемпионка мира Казахстана? Мира. А, из Казахстана. О, ребята, мы сами, того не зная, наткнулись на гордость Казахстана. Я очень рада, что лично приехала. Давайте пообщаемся. Давайте. Да. Расскажи, пожалуйста, почему именно Барселона? Я с детства очень хотела, мечтала жить в Испании. И искала именно университеты со scholarship. 10 лет назад я здесь училась. На магистратуре я так со своим мужем познакомилась. Он тоже из Казахстана, из Каменногорска. Я с Кызылорды. Всем казахстанцам привет. Получается, вы здесь арендуете или свой? Нет, мы купили от где-то 300 тысяч и выше. Ага. Дороже, да, чем в Казахстане? Намного дороже? Да, да, дороже. Ага. Но зато в Казахстане, наоборот, инвестиционно лучше. Здесь только для жизни, чтобы за аренду не платить, потому что аренда очень дорогая. Самая простая убитая квартира, наверное, 1000 евро и выше. А более-менее семьи снимают где-то за 1500–2000 евро. Гульжан, атанан сағын байсың ба? Сағынам, әрине. Қазақстанға жиі барып тұратын себебі, ол атанамды сағынып, әр 2-3 ай барып тұрам. Керемет. Әсіресе Нейла, үлкен қызым, ол қазақша сөйлейді, испанша дейді. Ой, круто, молодец. Видите, успешная мать, жена, бизнес-вумен, спортсменка. Вам только удачи. Мне спасибо. Очень приятно было с вами познакомиться. А знаете, это классно. Встречаться с нашими земляками за рубежом и узнавать, как сложилась их жизнь вдали от дома. Заведем с Гани традицию искать наших казахов в каждом городе. 13 лет назад «Орел и Решка» познакомила своих зрителей с хостелами. Потом каучсерфингом. А я хочу вас познакомить с возможностью жить бесплатно
В любой точке мира, день, неделю, месяц, звучит заманчиво, да? Запомните три главных слова. Trusted House Sitters. В этот момент вы сейчас должны были похлопать. Trusted House Sitters – это сообщество обожателей домашних животных. Здесь хозяева ищут сиделок для своих питомцев, а путешественники ищут бесплатное жилье, соглашаясь быть нянькой для пса, кота и даже для лошади. Все понятно. Хозяева ищут того, кто может присмотреть за их любимым питомцем, а за это дают возможность жить у себя в квартире. А что, приятное с полезным? Я люблю питомцев. Правда, есть одно но. Чтобы зарегистрироваться, нужно оплатить в приложении годовую подписку. $129. А у меня всего 100. Хотя у меня есть одно решение. Давайте попробуем. Алло. Алло, салем, халайсин? Джакса. Слушай, Куралай, мне нужна твоя помощь. Начинается. Ну, мне надо, чтобы ты купила аккаунт в приложении. Всего $129. А, ты свои давай жиликянские вот эти движения оставь при себе. Адиос, ми амор. Да ты не понимаешь, я хочу быть няней для животных, чтобы бесплатно переночевать. Впереди еще весь сезон. Ты же не всегда с премиальной картой будешь, тебе тоже пригодится. Смотри тогда, блин, ты пользуешься моей добротой, хорошо. Давай сделаем так, все, что останется со $100, возвращаешь мне обратно. Хорошо. Все, я тебе сейчас отправлю ссылку. Давай, шахталдн, савол. Куралай – настоящий друг. Нагаздос. Оплатила подписку, чтобы я смог найти, кого понянчить и бесплатно переночевать в Барселоне. Так, на сегодня нужна сиделка для троих котов. Нет, у меня аллергия на троих котов. Так, нужна няня для двух собак, свиньи и петуха? Нет, к свинье и петуху я не готов. А вот это интересно. Красивая квартира такая. В центре Барселоны нужно присмотреть за Харви. Кто такой Харви? Это док. Так, док. Ну, док, это же собака. В принципе, что я не справлюсь с собакой? Тем более, тут пишут, что щенок. Да я прирожденный нянь для щенка. Отправляю заявку. Местные богачи живут за пределами Барселоны, подальше от шума мегаполиса, туристов. Я тоже последую их примеру и сниму себе загородную виллу. Вот так выглядит дача богатого каталонца. 30 гектаров угодий, бассейн с морской водой, конюшня и особняк в традиционном испанском стиле. Вау! Домик, как из сказки. Посмотрите, как будто пряничный дом. Опа. Обалдеть. Это я зашла в музей или в дом? К дизайну виллы приложил руку сам Антонио Гауди. Точнее, не прямо свою руку, а руку своего ученика. 110 лет назад он сделал реставрацию виллы. Первое, что чувствуешь, это запах. Запах, ну, чтобы вы понимали, библиотеки, музеи, запах старины, запах дерева. Как здорово, что эту виллу не осквернили ламинатом и пластиком, а оставили все, как было столетия назад. А эти часы 17 века. Есть в этой вилле что-то сказочное, картинное. Но через пару дней я бы здесь завыла. Ну что, друзья, сегодня я буду няней. Надеюсь, няшного дога Харви.
Ну, одно радует. Он живет в этом красивом ЖК в центре Барселоны. Ну, с Богом. На что я подписался? Я же вообще этих собак боюсь. Меня в 5 лет как-то укусила овчарка. А тут целый док прям. Это огромные собаки. Вот этот номер. Где-то здесь ключи должны быть. Да. О! Вот это. Давай ты первый пойдешь. Эвдончик, мы что, братаны же? Давай ты первый сходишь, я сзади зайду. Давай, на. Че? А, типа, давай проверю, да, я вначале? Точно, точно, точно. Подожди. Он кричит там. Ты видел, он побежал на нас. Идите, вы что, гоните, что ли? Так и ты, вы что? Я не буду с ним знакомиться. У меня истерика. Так вы что, гоните, что ли? Нет, вы что, нет. Я там шаг сделал, он меня убьет. Его один укус, это все, салам алейкум, у меня больше нет в этой жизни. Там не пес, там чудовище какое-то, двухметровое. Песик, привет. Ой. Я в подъезде буду спать. У меня истерика, у меня истерика. Я когда посмотрю... Так, все, с Богом. Привет, Харви. Как дела, как дела? Все хорошо? На игрушку. Все, давай, давай, по-доброму, по-доброму, на. Смотри. Я сейчас сниму свой портфель. Это, конечно, небезопасно находиться с ним здесь. Одного. Все, Харви, сейчас мы с тобой подружимся. Харви, я друг. Зачем он гавкает? Харви, ты пойми, мы 2 дня должны с тобой как-то выжить. Не гавкай, не пугай меня, ты что делаешь? На что я подписался? Лучше б нячил свинью или петуха. Посмотрите на этого Харви. Это же не док, это конь. Это мордища. Эти когтища. Док – порода собак гигантского размера. Хозяева написали, что Харви – щенок. Ему лишь годик. Он уже как половина меня. Харви, ну ты вообще блатной. Харви. Обалдеть! Харви! В какой квартире этот Харви живет? Смотри, на столе что-то написано. Они оставили мне записку. Welcome to our home. Please take care of Harvey. Добро пожаловать в наш дом. Пожалуйста, присмотри за Харви. Мне кажется, take care Гани. Итак, в мои обязанности входит заботиться о Харви. Харви, я твоя нянька на 2 дня. Иди сюда. 2 раза в день кормить Харви. Все, Харви, можно. Купать Харви. Давай ту ногу. Поворачивайся. У меня даже свое полотенце, смотри. Лапка. Так, подожди, Харви. Так. И веселить Харви. Пойдем. Тяни. Харви, все, мы с тобой нашли общий язык. Короче, буду делать все, чтобы Харви не оставил плохой отзыв. Ну или просто меня не сожрал. У тебя очень крутая квартира. Твои родители тебя очень сильно любят. Они добрые люди, я теперь буду жить вместе с тобой. Эти 2 дня, хорошо? Хочешь, пойдем погуляем? Все?
Я в Ютубе посмотрел, как за ними нужно ухаживать. По левую сторону собака должна находиться. Что еще нужно сделать? Так, пакетик для фекалий надо. Пакетик для фекалий. Где твой пакетик для фекалий? И бутылка для мочи. Так, это мы будем смывать твою мочу, получается. Че ты стоишь? Пойдем. Да. Спокойно. Ждать, Харви. Харви, ждать. Харви, ждать. Ждать, Харви. Ну, дожил, конечно. В Барселоне. Харви, пойдем, пойдем, пойдем. Эй, ты что делаешь, Харви? Харви, нам надо было до дерева дойти. Стой, стой, Харви, Харви, стой. Надеюсь, твои хозяева потом меня не наругают. Смоем за тобой. Так. Эй, эй, Харви, тихо. Тихо, Харви, ты что? Харви, спокойно, Харви. Ты что делаешь? Харви, Харви, иди сюда. Let's go, Харвушка. Харвушка, let's go. Харви, Харви, фу. Стой теперь, стой, сейчас твои фекалии надо собрать. Харви. Вот нашел, как деньги сэкономить. Ну ты че, мог же маленькую какую-нибудь фекальку оставить? Нет, прям наложил так, наложил. На улицах Барселоны нельзя оставлять кокули, иначе штраф 200 евро. Так, два пакета, в принципе, нормально, но закрыли, не дышат. Опа, победа! Победа! Все, закрутили. Ты успел это заснять, а? Ты не успел это заснять? Харви, вроде такой красивый, все на тебя смотрят, как на звезду, а сам такой, такой засранец, а? Это тоже надо убрать, да? 100 раз подумайте, прежде чем пользоваться этим приложением. Харви, ну кто бы знал, мы с тобой перевыполнили план, а? Мы с тобой теперь роднички, братаны! Сори, я тебя напугал. Прости меня, родный, блин. Просто меня так впечатлил. Ты дважды перевыполнил план. Проинвестировал природу в масштабных смыслах этого слова. Родной, теперь в Казахстане будешь? Звони, выгулишь меня. Харви покушал, теперь и моя пора потрапезничать. Знаете, какую ошибку может совершить в Барселоне? Это не попробовать местные закуски тапас и чинтас. Пинчас? Знаете, какую ошибку можно совершить в Барселоне? Это не попробовать их местную закуску тапас и чинтас. Знаете, какую ошибку можно совершить в Барселоне? Это не попробовать местные напитки. Знаете, какую ошибку можно совершить в Барселоне? Это не попробовать местные закуски. Тапас и пинчас. А я сейчас на самой тапасно-пинчасной улице. Улица Блайт. Мы врываемся до ослепления. Let's go пробовать. Пинчо. С испанского это шпажка. А если шпажкой проткнули закуску, это уже пинчас. Но гурманы бы сказали, что пинчос – это миниатюрные версии блюд именитой кухни страны басков. Пробовать пинчосы лучше всего в La Tasca de Blay. Здесь самый большой ассортимент. Меню пинчосов здесь нет, просто берешь и накладываешь в тарелку, что понравится. Начну с этого красавица. Опытные пинчосоеды цены на пинчосы определяют по шпажке. Длинная шпажка – 1 евро, широкая шпажка – 1,5 евро, а шпажка с красной точкой – 2 евро. Друзья, давайте зафиксируем, в чем отличие пинчес и тапас. Пинчесы – это те закуски, что со шпажками, а тапас – это уже разложенные на тарелке. И по цене они подороже.
18 евро, 16 евро. Ну и нет разнообразия. А здесь целый сад из закусок. Приступим. Это курица, сыр, перец и хлеб. Суховато. И я понял. Икра из кабачков. Один в один, как в детстве. С ней тоже все понятно. Похож на луковое кольцо. Что такое? Дичь какая-то. То ли сыр, то ли кармар. Не распознать, он что, жирный весь? Переходим к следующему персонажу. Напоминаю, шпажка с красной точкой 2 евро. То есть самый дорогой. Картоха с острым соусом. Это десерт. Сверху варенье. Один в один варенье, как в детстве. Из смородины. К отцу всех пинчесов. Вот этот красавец. Я дам ему название. Титаник. Авокадо. Икра. Красная рыбка. Ну и этот мусс. Друзья, этот Титаник не утонул. Он плывет и плывет по волнам моих вкусовых рецепторов. Друзья, давай правде в глаза смотреть. Это просто бутерброды, которые на фуршетах ставят. Плюс еще и невкусные. У нас в Казахстане намного вкуснее на фуршетах бутерброды. Я пытался. Нет, я даже ни один не доел. Один Титаник, благо у меня во рту до сих пор по волнам скачет. Он даже не плывет, он скачет, как лошадь. И говорит, где бешпармак? Excuse me, my friend. Can you give me a check? And how you will... Оказывается, чтобы понять, насколько ты наел, официант просто считает шпажки. То есть все на доверии, да? Я же мог при таком раскладе несколько шпажек выбросить. Спасибо. Ему повезло, что я очень честный человек. Получилось 11. Thanks. And 50 cents. Друзья, я устала, пойду спать. Спокойной ночи. О, нет, не та спальня. Вот тут точно моя спальня. Спокойной ночи. Упс, нет. Сори, не туда. Вот женская фигурка. Здесь точно моя спальня. О! И это не моя спальня. Ну, ладно. Останусь-ка я здесь. Все, друзья, спокойной ночи. Это моя спальня? Королевская кровать. Здесь рядом со мной королевский док. Мой родной будет спать рядом. Я, конечно, набегался с ним. Харви. Так, ложись. Ложись. Все, ложись. Все. Нам надо спать, Харви. Доброе утро! Пока вы смеялись над Гани и его псом, продюсеры посмеялись надо мной. Наконец-то думала, премиальная карта, будет халява. Но за все надо платить. Друзья, сейчас пришел час расплаты, и придется мне отдать нервы, слезы, эмоции, еще что, страх. Я прыгну с парашюта. Не хочу. Мы едем прыгать с парашютом. Че, издеваетесь? Нет. Да. Но. В смысле? Я не могу, я не настроена. У тебя есть 2 часа настроиться? Нет.
100? Хоть 5. Я всегда говорила, никогда в жизни. Вот я никогда в жизни не буду ходить парашютом. Когда-то плечи ломала? Нет, ломала. Не дай бог. Но вопрос был очень не очень хороший. We're gonna go in the next fly, which is in 10 minutes. We're gonna jump at 4,000 meters. Я знаю, зрители «Орла и решки» прыжком с парашютом не удивишь, но для меня это первый прыжок в жизни. Надеюсь, не последний. Перед прыжком думаешь только об одном. А вдруг что-то пойдет не так? Вдруг не раскроется? Сердце вылетает. Кошмар. Вначале было так холодно, так страшно. Спасибо. Thank you so much. You did amazing. You did amazing. Вряд ли я повторила бы, но один раз надо попробовать. Друзья, это вообще немыслимо. Одни эмоции и слезы. Супер вообще. Я поняла, что я больше не хочу рисковать жизнью. Жизнь у меня одна, друзья. Есть в Барселоне одна достопримечательность, которую «Орел и решка» еще не покорила. Гора Тибидабо. Сюда забрались достопримечательности, на которые туристов поднимают за 19 евро. Но можно не платить 19 евро и добраться на гору Тибидабо, как это делают местные, на общественном транспорте. С проездным тикежу путь туда и обратно будет бесплатным. Запоминайте маршрут. 3 остановки на метро. 10 минут на фуникулёре. Вот это да! Бесплатно на самом старом фуникулёре Барселоны с таким видом. 20 минут на остановке подождите 111 автобус. You alone? I'm alone too. Maybe now we're together. Maybe I'm your mayor. И прыгайте в автобус на 7 остановок. На горе Тибидабо находится один из самых старинных лунопарков в мире. Когда доберетесь на Тибидабо по моему маршруту, обязательно зайдите в этот парк развлечений. Он уникальный, ему свыше 120 лет. Получается, даже Гауди катался на этих аттракционах. Мне тоже нужно. Здесь можно полетать на раритетном самолете. Можно поскакать верхом на старинной карусели. Короче, аттракционы здесь древние и детские. Но я купил 3 билета, так что прокачусь еще на одной качели. Вау! Вау! О, страшно! Я не хочу туда. О, страшно, подождите. Ай-ё, еще ветер какой-то. Офигеть, я хочу сесть. Нет, я хочу вот так сесть.
О, ё-моё, я вообще не ожидал. Забираю свои слова обратно. Этот лунопарк не только для детей. У 30-летнего мужика здесь тоже подскочит адреналин. Поскорее спускайте его. В общем, приезжайте в парк всей семьей, не пожалеете. Почему нас хотя бы не привязали? Это очень жуткий аттракцион. Я тоже покорю вершину. Монсеррат. Зубчатый, будто разрезанный горный массив. Это чудо природы находится в часе езды от Барселоны. На гору Монсеррат едут орел и решка казахи. Монсеррат не просто гора, это священное место. На высоте 700 метров на отвесной скале уже 1000 лет стоит монастырь. Каждый гость Барселоны, вне зависимости от вероисповедания, совершает сюда паломничество. Иначе визит в Барселону не будет засчитан. К монастырю можно подняться и на Тайкане, и пешком, и на поезде. Но все варианты проигрывают перед этим. Я доберусь до горного монастыря самым эффектным способом – на канатной дороге. Когда ты сконцентрирована на такой красоте, не обращаешь внимания, насколько безопасная кабинка. Мы взмыли над облаками, прям над облаками. Монастырь действующий и до сих пор. Здесь живут около 80 монахов-бенедиктинцев. Все они посвящают свои дни молитве, труду и приему паломников. Ну что, встречайте казахского паломника! Внутри монастыря ты будто замедляешься, оставив за порогом все свои мирские заботы. Здесь даже говорить хочется шепотом. Здесь царит умиротворение и покой. Очень красиво. Но миллионы туристов и паломников идут в монастырь не ради умиротворения, а ради чуда. Мы сейчас заходим посмотреть статую Черной Мадонны. Вот это входная часть. Самая главная мечта каждого паломника – попасть в это место. Увидеть ее. Черную Мадонну. Монсеррадскую Богоматерь называют «смугляночкой». Статую высекли из дерева в 12 веке, и за 1000 лет дерево почернело. Говорят, эта Мадонна чудотворна. Она исцеляет и исполняет желания. Стоит лишь к ней прикоснуться. Все загадала. А еще в монастырь приходят послушать знаменитый хор мальчиков, которые воспитываются в школе при монастыре. Мальчики исполняют гимн Деве Марии. Мурашки по коже все поют. Это так мило. Их выступление завораживает и пробуждает в душе чистоту. Обязательно, если будете здесь, дождитесь и послушайте хор мальчиков. Оно того стоит. Друзья, я забочусь о ваших ножках. И поэтому, чтобы легче было добраться до Монсеррата, я прячу для вас $100 на канатную дорожку. Клад от казахов ищите на трассе С-55.
Езжайте в сторону горы Монсеррат и остановитесь у знака «Канатная дорога». Напротив него, за валуном на обочине, и спрятан клад. Ну что, удачи вам! На горе Тибидабо по соседству с аттракционами возвели храм Святого Сердца. Сердце замирает от красоты. Кстати, его построили на вершине горы для того, чтобы прихожане могли подойти ближе к Богу. Плюс это туристическое место. Я турист, значит, мне туда. На самом верху, прямо под Иисусом, находится смотровая с лучшим видом на Барселону. Подняться пешком можно бесплатно, а можно на лифте за 5 евро. Шикану! Hola. В комплекте с лифтом прилагается экскурсовод профи. Okay, guys. Right now we're going up to the rooftop, which is the highest point in the entire Barcelona. Cool. The elevator will leave you here, and from that spot you can then get to the very top with the stairs. There are 144 of them, so get prepared for a little walk. Do not be lazy. We'll see you in a while to go down. Как ты любишь свою работу, прям как он рассказывает, как он вещает, а? Ну а чё, нормально. За минуту езды на лифте 5 евро. Еще полчаса сейчас пешком добираться. Пашерка. Друзья, 100%. Это самый лучший вид на Барселону. Я удивлен, почему ни один ведущий «Орел и Решка» не взбирался сюда. Вы ждали меня, харизматичного казаха, который покажет вам это все. На крыше Барселоны чувствуешь себя конкистадором, которому так и удалось сотни баксов в рюкзаке завоевать сердце сеньоры Барс. Этот уикенд в Барселоне снова показал, что самое интересное в путешествии не достопримечательности, прости, Гауди, а приключения. Тихо, тихо. Че, издеваетесь? Нет. Просто надо не побояться выпасть из зоны комфорта. И тогда увидишь город так, как никто другой. Барселона, мы еще не раз к тебе вернемся. Все загадала. Истерика. Вы двукратная чемпионка мира Казахстана? Я не хочу туда. Красавица моя. Два пакета, в принципе, нормально. Мурашки, похоже, все поют. Вы ждали меня, харизматичного казаха, который покажет вам это все. Одни эмоции и слезы. Супер вообще. Дед без денег ходит. Это кто такой? Это Харви. Это же лошадь. Ну, у каждого казаха должен быть собственный лошадь. Даже если это собака. Харви, пойдем рядом поставить. Слушай, видно, ты классно провел уикенд. Суперский. Я же тебе обещал, вот, то, что осталось. Не трогай. Да что это? Я пошутил. На вот твою сдачу. А что так мало? Теперь я вижу, на кого ты потратил деньги. Слушай, он такой классный. Ты что, не боишься? Нет, я жаужрек. Ты жаужрек Пунбала. Ну, я тоже не боюсь. Друзья, до скорых встреч. Мне надо вернуть своего друга владельцу. Друзья, до скорых встреч. Давай пока поиграемся, потом позже отвезем. Харви, пойдем. Капец, вообще не боишься.